Дорогие друзья, интерфейс Пликерса немного изменился. Я стала получать сообщения от учителей, которые спрашивают, неужели действительно теперь есть некие ограничения по добавлению вопросов. Вот обратите внимание, появилась новая опция под названием New Set, в которой действительно есть ограничения по добавлению вопросов. В бесплатной версии можно добавить только 5 вопросов в сеты. Но вы можете не создавать сеты, если у вас больше 5 вопросов, и добавлять вопросы так, как мы и делали это ранее. Мы составляем новый вопрос, мы вписываем этот текст нового вопроса сюда, я скопирую, вы можете добавить его картинкой, вы добавляете варианты ответа, ну давайте я сейчас коротко напишу варианты ответа 2, варианты ответа 1 и варианты ответа 3, ну допустим, пусть будет третий правильный. И добавляете этот вопрос к какому-то классу. Ну, я добавлю демо-класс. Все. И идете, возвращаетесь опять в свою библиотеку и таким же образом добавляете следующий вопрос. Пользуйтесь Пликерсом и далее.